Всем привет! Ну что, у нас хорошая новость. У нас вышло новое приложение. Мы его уже тестировали, но сейчас вот оно получило новый дизайн и вышло в массы, скажем так. Это приложение называется Sem Assistant. Мы объединили два искусственных интеллекта. Это ChatGPT и, конечно же, наш Sem Image, который генерирует картинки. Это абсолютно бесплатное приложение. Вы можете скачивать, оно доступно уже на Apple Store, на Google Play и пользоваться безлимитно, делать картинки, которые они индивидуальные, то есть нет таких других. Вы если сгенерировали картинку, там, допустим, кошку, да, то есть и это ваша картинка, нет в интернете такой. Сгенерировали текст какой-то в чате GPT. Написали книжку какую-то, да, через него, или там аттестацию какую-то, или текст для поста, или еще что-то. Это все индивидуально, это нету повторений, то есть это только ваше. Пользуйтесь, это бесплатное приложение, оно очень удобное, мы протестировали его, скажем так, на людях, вот, сами пользовались им, все работает, запросы все посылаются, все отвечает. И это совершенно бесплатно, без регистрации, без подписок, без всяких. То есть это приложение для людей мы сделали. Пожалуйста, пользуйтесь. Все ссылочки оставим на это приложение. Вот, то есть поздравляю нас всех с таким как бы приложением. Потому что вот я знаю, что пытался выпустить Сбер там картинки, да, но где-то что-то неудобно, где-то долго идет, где-то еще кто-то пытался выпустить. Вот, Яндекс выпустил вроде как тоже версию чата GPT, ну как-то там коряво работает, что-то какая-то старая версия или еще что-то. Мы стараемся все обновления делать, следить за трендами, конечно же, и обновлять все версии и разрабатывать свои продукты. Поэтому, ребята, пользуйтесь, скачивайте приложение. Оно очень удобное, оно очень полезное для работы, для вообще повседневной жизни сейчас. Вот. Да и просто поиграться, да, какие-то картинки создать для постов, может быть, еще. Всем хорошего дня. Пользуйтесь, скачивайте.